Здравствуйте, с вами магазин Кадо, и сегодня я отвечу на один важный животрепещущий вопрос. Если вдруг ваш опрыскиватель не накачивает давление, что делать? Опрыскиватель Демартино накачивает давление до 3 атмосфер. Например, в данном случае этот опрыскиватель имеет дополнительный клапан, который при накачивании воздуха, если давление превышает 3 атмосферы, этот клапан самостоятельно будет стравливать воздух. Также вы можете этим клапаном стравить воздух, и жидкость, тем не менее, у вас останется неиспользуемая. Если опрыскиватель не накачивает воздух, скорее всего, это дело в прокладках. Вот такой ремкомплект для опрыскивателя, где указано красным цветом, какие детали входят в этот комплект и каким образом они заменяются. Здесь вы все это видите, все это интуитивно понятно, и все легко заменить самостоятельно. К колбе претензии, вряд ли какие-то претензии могут быть к колбе. Если мы говорим о Демартино, собственно, о нем и говорим, то колбы Демартино имеют гарантию 3 года. Это очень прочные колбы. Поэтому единственный вариант, если ваш опрыскиватель не набирает давление, это вопрос прокладок. Это расходные материалы. Замена прокладок зависит от частоты использования опрыскивателя. Шток очень толстый. Накачали. Если нужно, стравили давление. Носиком регулируется струя, либо это струя, либо это орошение. В данной модели опрыскивателя предусмотрен вот такой вот переключатель. То есть вы нажали, зафиксировали и можете просто держать. Уже не нужно нажимать на кнопку. Покупайте опрыскиватель Демартино в магазине Кадо. Лучшие опрыскиватели из Европы.